Всем привет с Женевского автосалона. Мы находимся на стенде SEAT. И главная новинка бренда в этом году здесь – это кроссовер Ateca. Наконец-то SEAT перестал показывать предсерийные концепты и выпустил абсолютно серийный стоковый автомобиль. Он перед вами. Как вы помните, его предвестником был концепт-кар 20 V20, про который мы уже подробно рассказывали и показывали его внутри. Теперь же настала очередь знакомиться с серийным автомобилем. По традиции, все названия моделей SEAT так или иначе связаны с географическими названиями в самой Испании. И этот раз не исключение. Ateca – это городок в провинции Сарагоса. Ateca построена на модульной платформе MQB и, соответственно, использует все достижения и наработки концерна Volkswagen. Это бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Кстати, предложение бензиновых начинается с литрового мотора. Коробки передач, среди них будет и автоматическая DSG, будет, конечно же, механика, и полный или только передний привод. В экстерьере дизайнеры использовали ровные и словно точенные линии. Это уже отработанный прием, точно так же, как вот эта вот выштамповка на крышке багажника. И обращу ваше внимание на оптику, она будет светодиодной. И я даже знаю, что те машины, которые приедут в Украину под конец 2016 года, передние фары у них будут полностью светодиодными. Что ж, теперь давайте заглянем в багажник, раз мы уже здесь, а затем посмотрим, что в салоне. Достаточно внушительный трюм, но полагаю, что здесь у нас нет, есть даже докатка. То есть он не пустой, этот подпол. Ну что ж, неплохо, судя по всему, здесь 450 литров объема, а крышка поднимается так, что я под ней помещаюсь. И это здорово. Закрывается она с помощью привода. Теперь идем смотреть салон. В салоне SEAT угадывается безошибочно, хотя обращу ваше внимание, что это не точная копия леоновской торпеды, например, а уже нечто свое. Мягкие пластики, абсолютно ровная торпеда без каких-либо стыков, как видите, крупный экран мультимедийной системы и здесь климатическая установка. Кстати, интересно, что вот этот вот большой бокс, он предназначен для смартфонов и здесь есть беспроводная зарядка, он почему-то не закрывается. Механическая шестиступка, запуск с кнопки и, судя по всему, это максимальная комплектация, соответственно, здесь полный набор электронных ассистентов. И, пожалуй, самое главное для кроссовера – шайба выбора режимов. Их здесь целых 6. И скажу вам, что ставка нашим украинским представительством делается на 2-литровый 190-сильный силовой агрегат, а значит, он по-любому должен быть оснащен полным приводом. Ради интереса запрыгнул на задний ряд и скажу вам, что здесь совсем не тесно. Переднее сиденье отстроено под меня и оцените, сколько еще свободного пространства. Честно говоря, я удивлен. Я думал, что Ateca будет все же компактнее. Ну что ж, тогда это для нее плюс. В завершении добавлю, что цены на новую Ateca станут известны у нас уже во второй половине 2016 года. И тогда же автомобиль станет доступен к заказу. Ну а мы рассчитываем получить его на наш тест-драйв ориентировочно в конце лета. Следите за анонсами. Специально к 20-летнему юбилею модели Alhambra SEAT презентовал в Женеве его особую версию. Отличает его насыщенно-красный цвет, юбилейные логотипы и самая максимальная комплектация. Кстати, импортер планирует возобновить поставки Alhambra на наш рынок.